День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Bandicoot Warped, это пятая часть. И сегодня мы с вами на пятом уровне соберем все. Ну, я надеюсь, что соберем. Тоже нововведение, нам придется плавать за сестру Крэша тоже. 37 ящиков нас ожидает. Буквы N положены. Ну, N не упорится. Довольно красочно выглядит, радостно. И сильно по таким уровням. Релаксовываем. Хотя, я не знаю почему, некоторым людям именно вот эти пиратские уровни не нравятся. Они тут запутываются, иногда может заблудиться, стрелка подсказывает путь. Плюс уровни сами по себе довольно линейные. Но раньше не всем они нравились почему-то. Некоторые возмущались. Ну не то чтобы возмущались, просто говорят, ну что-то сложновато как-то. Блин, такой уровень надо проходить, ё, ну ладно. Вообще ничего сложного нет. Инфу. Приходится налегке. Сейчас еще получим анг. Я думал, у нас маска есть, ну ладно. Не знаю, золотой будет, не золотой. Платину вряд ли, платина требует особой подготовки. И переживать за их получение, я думаю, не придется, потом все сделаем. Представьте, каково было в 98 году. Something goes wrong. Что-то пошло. Пропустили. Почему-то. Может было не разбиваться, наверное, подумал, а нафига? Все, отлично. А теперь спидран версию. А! Нам предложат побороться с боссом. Ну, в таком случае оставим это на потом. Типа, когда все уровни пройдены, нам нельзя пройти на другой, нам надо сразу побиться с боссом. Не очень понятное нововведение. В прошлой части такого не было, то есть вы могли вернуться к другому уровню. Пройти просто у вас появилась возможность поехать вверх. Добавили кнопку с боссом лучше. Ну ладно. Потом пройдем, потом возьмем. Все равно вам это делать. Сегодня мы с вами прошли пятый уровень. Взяли кристалл, взяли бриллиант. На связи был Амкабаски, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. С вами Старым Добрым, Костротилом канале. Всем пока.